Тамас, Тамас, подойдите, пожалуйста, под курс. Ребят, туда, билеты. Ребят, подходите туда. Готовы, товарищ? Пойдемте. Так, добро пожаловать на второй день. Сейчас мы играем, по-моему, это Олимп. Город Мензелинск. Напоминаю, команда Мензелинск у нас 2012 года, в отличие от наших ребят. Стартовый состав команды «Строитель» Брагин в воротах. В поле Колесников, Афанасьев, Минеев, Якубов. Все, матч начался. Колесников, Минеев. Левая нога. Амир, левая нога. Нажимай. Право. Левый Амир. Левый Амир. Нажимай! Динар, зачем ты отпустил его? Брагин, вот. Минеев. Блин, серединку сразу, Владик, зажимайте. Прессинг, прессинг. Левый Амир. Право, Давид. Динар, право. Якубов. Центр, два, хорошо, хорошо. И дай, сохраняет парень. Якубов мяч для команды. Право, Динар уходит. Динар, право. Забирай, Влад, центр. Забирай, забирай, забирай. Дамир, не надо, к вратарю бежай! Жестче нужно. Жестче нужно. Дамир, Минеев перехватывает. И команда «Строитель» бежит в атаку, Якубов. И зарабатывает Якубов угловой. Колес, колес! Иди сюда быстрее! Иди. Гара, гара, гара! Коля! Афонь! Гара! Афанасьев. Давай, 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 давай. Судья показывает, можно играть. Минеев на Афанасьева. Не успевает Афанасьев за мячом. Брагин должен вступить в игру. Да, Брагин вступает в игру. Просто отдали мяч, а нет. Вперед, далеко, далеко на Минеева. Якубов, Минеев, Афанасьев, не туда передачу делает Афанасьев, и команда «Олимп» побежит в атаку. Минеев, перехват, удар, и рядом со штангой пролетает мяч. Тренер просит организовать контроль мяча. Они, смотри, за спину. Они. Хорош. Подбор, Дамир. Спину поставь. Скинь. Контроль. Через дом. Боже. Якуб, спина, Якуб. Побыстрее, Дамир. Минеев поборолся. Якубов зарабатывает аут. Передача на Минеева. И штрафной в пользу команды «Строитель». Колесников Радмир будет. Афанасьев. Центр на Минеева. Минеев. Отличная передача на Якубова. Вперед. Брагин вперед. Брагин спасает команду. И команда «Строитель» бежит в контратаку. Якубов.
своевременно вышел у нас вратарь. Колесников перехват. Потеря. Опять потеря. Брагин опять своевременно выходит, покидает свои ворота. Страховывает свою защиту. Два опасных момента. Попроси, попроси. Альмир, отдышись и подбор. Не знамируй всех, Альмир. Да, давай, пробуй. О, какой опасный удар. Брагин успел среагировать. Еще проси, еще. Закрывал защитник нападающей команды Алим, да, нашего вратаря. Пока. Останься здесь. Вот здесь, да. Вот здесь. Подбор. Все. Все, 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 все. Выше можно. Вот, вот, подбор. Да. Раз. И. Хорош, хорош. И выше ворот. В команде «Строитель смена» на поле появляются Карапетян, Сафин, Загайнов, Гараев. Найдите своих по номерам. Ну, Динар. Брагина, Гараева. Гуреев, готовься. Загайнов. Душе! Динар! Право, Динар! Право, Динар! Еще одна! Заигрался Загайнов, удар. И счет в матче становится 1-0. Закир! Гараев. Право, Карапетян. Дави, 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 дави. Илан. Хорош, хорош. Коса. Лицом. Назад, лицом. Квичу. Шакиров появляется на поле вместо Загайнова. Сафин. Гуреев, право! Право! Карапетян. Да, да. Центр на Шакирова. Хорош, Шакиров. Хорош. Право, очень Гуреев сильно пробил по своим воротам. Владик, лево. Карапетян, отличная передача на Сафина. Сафин побежал вперед. И это толчок. Штрафной удар фиксирует судья в пользу команды «Строитель». Карапетян на Брагина. Брагин обратно на Карапетяна. Спокойно. Карапетян на Сафина. Отыграй! Они! Аут. Карапетян. Брагин на Карапетяна. Динар, подскажи, отличная передача от Карапетяна. Удар. Брагин опять парирует удар. Почему он твоего игрока держит, а? Контроль мяча хорош показывают наши ребята. Здесь Гараев сейчас спасает пустые ворота. Не успевают наши ребята возвращаться. И игрок остается. Брагин! Брагин спасает. Брагин на месте. Карапетян. Дави, дави, дави. Сафин. Нажимай! Право, Динар. Центрово! Центрово! Все! Да! Динар, кати. Шакиров должен зацепиться. Шакиров должен был зацепиться за мяч. Альмир, чего не отдал, а? Шакиров. Гараев сам обыгрывает, да, и цепляют его за ноги. Брагин на Карапетяна. Карапетян опять на Брагина. Обратно. Отличная передача на Шакирова. Должен перевести сейчас на Сафина. Сафин хорошо борется. И Карапетян подстраховал. Тайм-аут Мензелинск просит.
Итак, тайм-аут у нас закончен. Команда возвращается на поле. Алан, куда же? Остается у нас, наверное, играть примерно около 3 минут, 4. О! Здорово! Брагин. Илюр, давай по... Фиксирует мяч. Правый, Илюр. Колесников. Колесник сам обыгрывает. Ой-ой-ой, какой опасный рикошет. Илюр! И штанга спасает сейчас нашу команду. Да, Илюр, правильно. Все, пересаживай, да, пересаживай. Брагин далеко, сильно вперед на Минеева. Скинь. Другой. Да, здорово. Дай ему, дай. Дай. Илюр, ну все, хорошо. Афанасьев должен побороться, да, поборолся. Выбил мяч в аут. Илюр, иди к вратарю. Илюр, иди к вратарю. Накати на удар, пускай бьет. Бей. Да не в него. Своего, своего не надо. Колесников должен побороться. Брагин. Брагин. Лицо, лицо, Влад, есть. Афанасьев. Влад, есть, центр. В центр переводит на Якупова. Минеев должен зацепиться за мяч. Отличная передача на Якубова. И от Якубова мяч выходит. Сильно вперед, Колесников. Держи, держи, дай паузу, дай паузу. Цепляйся, Илюр, цепляйся. Хорош. Сейчас на работу нет, в центр уходить, он тебе сбрасывает, как ты хочешь. Афанасьев будет разыгрывать мяч. Минеев. И команда Алим бежит вперед. Мимо ворот. Сильно вперед. Афанасьев. Началась маленькая перестрелка. Афанасьев успевает перехватить мяч. Команда Алим дальше проходит вперед. И Афанасьев в подкате блокирует удар. Угловой зарабатывает команда Олимпа. Ну, Влад, стартуй. Ай! Шлёпай! Слышим комментарии, да. От тренера врата. Команда Алим в отношении нашего вратаря. Дамир со своим оставайся. Удар надо с носка. Вот и все. Ой. И... Первый тайм заканчивается. Счет 2-0. Защитник Афанасьев, справа Сафин, слева Гара, впереди меня. Сейчас
Стартовая четверка сейчас выходит у нас. Гараев, Афанасьев, Сафин, Минеев. В воротах Брагин. Опять ошибка в центре поля. Брагин успевает прикрыть угол. Опять далеко вперед на Минеева. Минеев не борется. Сафин. Сафин сам возвращается. Афанасьев. И зарабатывает аут. Белый аут играем. Брагин. Афанасьев. Центр на Минеева. Опять ошибка Минеева. Удар. Брагин фиксирует мяч. Сильно вперед. Должен... И должен увидеть гора... Нет, передача идет на Сафина. Саф, учи ты. Какой-то веки развели атаку, ты, блин, ногу не можешь видеть. Перед собой узко. Узко. Оля. Жестче. Сафин должен побороться. Все, стоит. Уже. Края уже. Сав, пошел. Давай! Афанасьев возвращается. Сафин. Афанасьев, Гараев. Гараев в центр на Минеева. Отличная стеночка. И потеря. Гараев сам возвращается. Добрый еще. Минеев. Отличная передача на Сафина. И вратарь команды Алип выходит. Хороший выход показали. Минеев. Брагин оставляет мяч в игре. Афанасьев, Брагин. Центр Минеев. Удар. Брагин фиксирует. Право, Даня! Даня, правая нога! Зачем ты падаешь? Зачем катишься-то? Эй! Удар. Брагин. Даня, право! Афанасьев, Гараев. В центр на Минеева. Минеев, Брагин. Добрый, Сань. Можно, играй, можно. Забегай. Отлично. Брагин отбивает из-под перекладины. На поле вместо Афанасьева появляется Колесников. Вместо Сафина появляется Якубов. Напоминаю, счет пока 2-0 в пользу команды «Олимп». Команда «Строитель». Якубов. Минеева. Удар. Брагин сразу в центр. Самир, Нуреев, ударный. Катай.
От ворот фиксирует судья. Отлично, передача. Ну, думаю, тут комментарий тренера уже. Понятно? Потеря. Брагин. Брагин. И сразу же на Минеева. Гараев. И штрафной фиксирует судья. В пользу команды «Строитель» за удар по ногам. Коль, перед вратарем. Коль, перед вратарем. Афонь, туда, давай. Время идет. Бля, вот перед вратарем он не понимает. Афанасьев удар выше ворот. Афоня, куда ты херачишь? Афоня. Регбизм. Команде «Олимп» замена. Его перед собой. Уже, Иван. Да-да. Афоня! Ани! Отворот. Афанасьев. Отлично, передача на Якубова. Да ё-моё, Якуб! Не может, второй, к сожалению, день, обработать хорошо мяч. Проснуться не можешь. Да нет, второй день уже. И потеря мяча у нас. Сильно вперед. Выходи, выходи, просто. Сейчас. Все, Мария, стой здесь! Минеев сам. Сам. Удар. И выше ворот. Хороший проход Минеева. Иван, уже, коридоры закройте. Уже. Афанасьев борется. Отыграйся! Отлично поборолся Афанасьев. Передача на Минеева. Минеев на Якубова. Якубов сам обыгрывает. Нет. Сейчас надо возвращаться к команде. Брагин. Афанасьев. Неточная передача. Сафин. Появился на поле Сафин Данияр вместо Якубова. К сожалению, потеря. За это можно желтую карточку показать. На поле появился Карапетян Гараев. Карапетян, отличный перехват. Передача на Гараева. Гараев удар. И рядом со штангой пролетает мяч. Ширина, Сад. Старый.
Карпетян. Отлично разыгрывают ребята. Минеев. Должен увидеть. Да, увидел. Отлично. Гараева. Гара, сближайся. На мяч ты иди, Гара. Сильно вперед. Гараев. Неточная передача. Удар. И выше ворот. На поле появился Загайнов вместо Минеева. Подстраховал Брагин. Контролировал, что мяч уходит, но на всякий случай прыгнул. Гараев перехват. Брагин. Отлично, Карпетян своим излюбленным дриблингом. Загайнов, Сафин. Карпетян. Напоминаю, счет по-прежнему 2-0. Брагин. Карпетян. Чуть-чуть не хватило. Гараеву в коридор. Вместо Карпетяна появляется Афанасьев. И матч заканчивается